В Калмыкии уничтожены двое подозреваемых в убийстве полицейского, которое произошло в Москве 6 ноября. Напомню, правоохранителя расстреляли неизвестный, когда он попытался проверить у них документы. Как сообщили сегодня в Национальном антитеррористическом комитете, предполагаемые преступники скрывались в частном доме в одном из калмыцких поселков. В ходе спецоперации они оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем. Бандиты предварительно опознаны как находившиеся в федеральном розыске члены бабайортовской бангруппы. Хамутаев и Шихалов причастны к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе террористической направленности, убийствам, незаконному обороту оружия и посягательствам на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В ходе перестрелки дом, где скрывались подозреваемые, загорелся, с огнем боролись пожарные. Как сообщается, пострадавших нет.